50-годия сёлета означает гомельский домобудаўничий комбинат. На долю предприятия зараз приходится половина будаўничьего рынка нашего региона. Об главных достижениях и планах комбината расскажет Ганна Ковалева. Паўстагоддзя таму, згодна з пастановай Савета міністраў БССР, быў створаны гомельскі домабудаўнічы камбінат. За 50 гадоў прадпрыемства ўзвяло больш за 5,5 мільёнаў квадратных метраў жылля. Будаўнікі ДБК працавалі практычна ў кожным мікрараёне Гомеля. На 2017 партфель заказаў цалкам сфармаваны, зніжаць аб'ёмы не збіраюцца. У гэтым годзе будзе пабудавана 147 тысяч квадратных метраў. Ставяць задачы ўжо і на наступны год. Успех из двух слагающих – это высокое качество и рыночная цена, чтобы войти в рынок и достойно предлагать свой продукт. Проведенная модернизация все это позволило нам сделать. Сегодня на комбинате работают больше за 3000 человек. Свой юбилей коллектив отзначил урочистым сходом и концертом. Со сцены областного громадско-культурного центра предприемства веншовали артисты белорусской эстрады. А лепшим подарунком стали заслуженные узнагороды. У гэты вечер их было каля 60. У тым ліку подяки Министерства архитектуры и будаўніцтва Республики Беларусь, кіраўніцтва города и в области, а так само нагрудные знаки «Гоноровый будаўник». Я им благодарен за то, что они традиционно являются таким надежным плечом городских властей в решении всех вопросов жизнеобеспечения нашего города. Поэтому я поздравляю, конечно, наших строителей, ну, в первую очередь, работников нашего домостроительного комбината. Желаю, чтобы всегда мир и согласие царило в тех домах, которые руками которых они построены. С праздником вас! Сучасное обсталяванне, команда талиновитых архитектору и будовников. Якость працы этого предприемства притягивает не только белорусских заказчиков, але и замежных. Сегодня будовники ДБК узводят домы в российских городах, будут у Смоленску, Калузе, хутка заключить контракт и с Подмосковьем. В ближайших планах наладить супрацовництво так само с Тульской областью и освоить новые виды деятельности. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».